Ну, можно чуть-чуть в ладоши похлопать, чуть-чуть. Все, прям. А... Больше не надо, больше не надо. Ну, хлопать не надо, а ходить-то надо. Нет, пока не хотим. Ну, чуть-чуть двигаем руками. Может быть, понаклоняться. И давайте с ним еще поговорите как-нибудь там. Морти, собачка какая, что ты делаешь. Давай, давай, работай. Ольга, вы его кормите вот на сюда, не оттягивайте от этой линии. Он все-таки должен делать вот эту змейку. Ну, как в аджилите собака бежит, она же не выскакивает совсем. Вот прям вот, вот здесь кормим. Вот. Вот. Во. Вот, и все. И можете уже всю линию прошел, после этого поел. Ну и давайте рискнем немножко его гладить, чуть-чуть. Только когда он весь увлечен кормом. То есть те, кто стоят, его немножко поглаживают. Во. Змей. Давай, давай, змей. Вот, хорошо. Хорошо. И последний раз давайте. Так, а гладить-то? Давайте погладим его последний раз. По новой. Прям трогаем, трогаем его. Вот, еда, 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 еда. Хорошо. Так, ну все, отлично, спасибо. А если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал бесплатно. И ставьте пожалуйста.